Такое пристальное внимание ижевских властей, дорожников и общественников к участку дороги от улицы Холмогорова до 10 лет октября на Пушкинской объяснимо. Это первый дорожный объект, который в этом году отремонтировали и сдали сегодня по федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы начались 1 мая. За две недели здесь привели в порядок более 400 метров полотна. Производилось фрезерование основания, укладка асфальта ШМА-15 и произвели ремонт тротуаров с разборкой грунта, с вывозом, с заменой бордюрного камня. Отнятие колодцев на проезжей части осуществили. Предусмотрено практически все. Это и занижение по доступной среде на пешеходных переходах, это и валы во въезды во дворы, чтобы вода не скапливалась. Также видим, что подрядчик подошел с умом, где, чтобы не подтапливал, например, основание у дома, где-то бордюра не завысили, а где-то занизили, чтобы вода уходила. Все мы видим. Но было бы здорово еще на метр, на полтора за обочиной, за дорогой, высветить зеленую траву. В Ижевске ремонт уже начался на 8 участках. На улицах Халторина, Сельской, Спортивной, Парашютной, в переулках Раздельной и Профсоюзной, пожалуй, самые масштабные работы на Шебердинском тракте. Всего в столице республики в этом году отремонтируют 23 участка автодорог и 20 тротуаров вдоль них. На каждом объекте обязательно нанесут новую разметку. А вот сроки по техническим причинам могут быть скорректированы. К примеру, как на Пушкинской, здесь дорогу разлинуют не сразу. Только что свежеуложенный асфальт, еще насыщенный, в общем-то, битумом, он начинает как губка впитывать в себя любую краску, которая попадает на поверхность асфальта. И с тем, чтобы краска, сегодня нанесенная, уже завтра не превратилась в тусклую полоску, мы выдерживаем его некоторое время и вот оптимальным считаем, посовещавшись с Министерством транспорта и дорожного хозяйства, считаем двухнедельный срок. Нынче в Удмуртии по нацпроекту отремонтируют более 80 километров республиканских автомобильных дорог. Параллельно с ремонтом проводится и масштабная работа по снижению аварийности, установка новых световых опор на трассах и дополнительных светофорных объектов. По этой программе мы в этом году устанавливаем 5 светофорных объектов, 4 в городе Ижевске, один на республиканской дороге, на объездной. Также у нас будут ограждения и освещение. 4 участка освещения, 2 участка – это Завьяловский район, и 2 участка – это по республике. Ремонт автомобильных дорог по всей Удмуртии стартовал еще в начале мая. Завершить работы дорожники планируют в срок до 31 августа. Елена Обуховская, Юрий Егоров. Новости.